Детская игрушка, и зовут меня Петрушка. С виду я приличный, я даже симпатичный. Но не получается у меня эту куклу оживить. Я и так верчу, и эдак. Вот движение есть, а души в ней вообще ни капли. Ну-ка, дай мне. Ам! Шучу, не укушу. Я в базарном балагане до упады всех смешу. Но коль есть из вас злодей, надаю им по шее, выстрелю по ним из пушки. Будут знать, как злить Петрушку. Слушайте, классно получается. А то. Годы тренировок. Все девчонки на представлениях принцесс играли, а мне роль скомороха доставалась. Годы тренировок? Не, у меня столько времени нет. Мне уже завтра нужно давать мастер-класс малышам, при том это нужно сделать в игровой форме. Да еще и вот с этим. Все понятно. Тогда тебе просто необходим экспресс-урок по кукловождению. Пойдем. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могли бы вы рассказать о профессии актера театра кукол и поделиться секретами профессионального мастерства? С удовольствием, пожалуйста, проходите. Виталий Лабузенко. Артист Краснодарского краевого театра кукол. Окончил Ставропольское краевое училище искусств по специальности актер театра кукол. Играет в спектаклях «Брысь», «Веселая деревня», «Волшебная флейта», «Дюймовочка», «Соловей император» и во многих других. В театре работает уже 15 лет. Приветствую тебя, мой большой друг японский император. Вот эта верхняя часть горы, которая над облаком, будет срыта. Вместо нее я построю храм с золотой крышей. В этом храме будет находиться моя усыпальница. Таким образом, получится, что после моей смерти не только я сам, но и даже мой прах окажутся на небесах. А можете познакомить нас с вашим персонажем? Да, конечно, с удовольствием. Это китайский император. Это моя роль одного из замечательных наших спектаклей «Соловей император», который был поставлен нашим художественным руководителем Константином Николаевичем Моховым. Ну, можете потрогать. Каким он говорит голосом? Он говорит так, как он китайский император, естественно, считает себя высшим созданием, богом на этой земле. Конечно, уже он говорит таким громогласным, таким низким, повелевающим голосом. Виталий, я услышал, что кукловождение – это целое искусство. Как долго вы этому учились, и что у вас получалось, а что нет? Ну, учился я 4 года этому. Ну, как говорится, нет предела совершенству. Что-то вот находишь, изучаешь, где-то там что-то у кого-то там подсмотрел, у кого-то там что-то увидел, сам пытаешься это сделать. Совершенствоваться нужно постоянно, никогда этого дела не бросать и не пускать на самотек, потому что навык, он может и уйти. Для актера театра кукол очень важны физические данные, ведь им приходится во время спектакля прыгать, бегать, занимать крайне неудобные позы на длительное время, при этом еще озвучивать персонажа. Обязательное присутствие творческих качеств, таких как обаяние, чувство юмора, художественный вкус, музыкальный слух. Виталий, а как вам удается вдохнуть жизнь в куклу? Прежде всего, удается только путем тяжелых, изнурительных репетиций. Бывает так, что сцена, которая длится, ну, минут 5, ну что там, кукла вроде такого ничего особенного не сделала, но это поиск иногда 3-4-недельный поиск, это очень тяжелый труд найти вот каждое движение, чтобы оно было выразительно, красиво. А кто для вас кукла? Кукла, ну, это, во-первых, мой друг, мой любимый партнер, актер, в которого я вдыхаю жизнь, с которым я репетирую.
в итоге мы с куклой, с моим персонажем, должны стать единым целым. Отдельный этап для актера – это знакомство с куклой. Они бывают разные. Верховые, планшетные, а также тростевые, перчаточные, марионетки и ростовые. Артист кукольного театра должен уметь работать со всеми. Почему этих кукол глаз нет? Не знаю, как-то странно. Может, так задумано было, не знаю. Наверное. О, смотри, какой костюм. Ого, прикольный такой, маскарадный. Блин, ну какой-то человек его, наверное, носил. Да, тяжело, наверное, как-то вообще люди держат, интересно. О, крыша какая-то. Это типа, это сцена такая. Что за спектакль? Брысь. Брысь, да. Посидеть можно с батареей, кресло. Это скорее маленькая такая. Видишь, что это на фотографиях? А, да. А эти вот. Уже с глазами, вот с глазами. Да, с глазами. Это тоже маскарад какой-то. Угу. Здесь, наверное, вся история Краевого театра кукол собрана. Здорово. Да, за лучшую сценографию и оформление спектакля. Ну, все, что хочешь, есть. Угу. Вот даже фотографии ставили. Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Валентина Головушкина, актриса Краснодарского краевого театра кукол, заслуженная артистка России. В ее послужном списке более 400 ролей, самых разных, для детей и взрослых, серьезных, поучительных и занимательных, поднимающих настроение. Даже если нет репетиций и спектаклей, Валентина Ивановна зря времени не теряет. Занимается с молодыми актерами, делится с ними своими знаниями и ценным опытом. Для актера театра кукол руки – это, наверное, самое важное. Вот как долго вы учились управлять куклой? А вы знаете, руки – это не только для актера театра кукол. Они важны для любого человека. Как вы передаете свою любовь? Как вы ее показываете? Но не было бы у вас рук. Каким бы образом? Только бы вы говорили: «Я вас люблю, я вас люблю». Но, может быть, вот так бы мы. Вот так бы, может быть, мы. А руки – это же любовь. Понимаете? Любовь. Для актера, конечно, самое важное – это руки. Кукла, вот она лежит, то она мертвая. Видите? Ничего. Берешь ее в руки, и она начинает у тебя двигаться. А почему кот не может вот так сделать, как балеринка? Или сесть вот. Вот он сел вот. А почему он не может? Конечно, может. Вот. Понимаете? Может почесаться. Понимаете? Да, вот, почесаться. Или так, как же дальше жить? Как соколят кормить, не знаю. Ничего не знаю. Считается, для драматического актера самое страшное – это забыть текст. Что самое страшное для кукловода на сцене? Ну, наверное, то же самое. Роли большие, когда играешь в персонаж. Но я всегда хитрю. Я раз или здесь напишу, или на листочек, на ширме. Но сейчас, конечно, не напишешь, потому что сейчас у нас совершенно спектакли другие. У нас пространство совсем другое. Поэтому где-то на ручках, так, чтобы никто не видел. Вот первую заглавную буковку поставил, ты уже знаешь, с какого слова начинать. А вот чтобы стать одним целым своим персонажем, голос, его мимику найти, сколько времени на это надо? Ну, пока режиссер дает, там, допустим, месяц, 20 дней, 25 дней, может, больше. И в этот момент, конечно, персонажу находишь и голос, то есть средства выражения как. Средства выражения в его движениях, то есть изучаешь куклу. Что кукла может? Вот эта кукла может, допустим, вот она может встать на коленочки, она может, допустим, отставить ножку. И порой кажется, что кукла может даже больше человека. Кукловождение зависит от профессии, зависит от актера. Освоить эту профессию можно в театральном учебном заведении. Кроме дополнительных вступительных испытаний, абитуриент должен сдать единый государственный экзамен по предметам русский язык, литература и математика. Валентина Ивановна, а можно нам попробовать поуправлять куклой? Можете нас чем-нибудь научить? Конечно, можно. Вот вам куколка. Ну, назовем ее. Ну как? Ну, назовем ее Зиной. А можно сразу попробовать? Да, конечно, можно. Пожалуйста. Пожалуйста, вот иди сюда. Вот смотри, вот она танцует, допустим. Вот она.
та-да-ра-да-ра-да-там-та-да-ра-да-ра-да-та. Ну, держи, держи куколку, я тебе покажу. Из этой куклы что можно выжать? Вот она танцует. Как она танцует? Раз, два, три. Нет. То есть это происходит, смотри, вот это, смотри. Вот. Раз, два, три, четыре. Мы точно так же, актеры, когда кукла танцует, мы ставим ей танец. Через себя. Какое здесь движение? Допустим, я бы сделал вот движение. Вот рам-пам, тарам-пам, па-па-па-пам. Танцует? Она живая, она же всем телом танцует. А я как котик. Вот. Ой, он меня не слушает. Почему не слушается? Слушается очень даже хорошо. Это общение. Через что? Кукла всегда с куклой общается носами. В драме актер глазами, чтобы видеть партнера, а в театре кукол носиками. Как бы обнюхивай, как бы вот в носиком, вот. Понимаете, да. А вот с этой куклой, когда играет спектакль, один актер справляется или несколько? Ну, желательно, чтобы один справлялся. Но так, как и кукла сделана, так ведь отдельно ручки, отдельно ножками. Так что актер, держа вот это тело, голову, остальные-то должны также быть в работе. Значит, здесь уже актер, который ручками работает. Вот, допустим, вот он раз прижался, вот хороший, ты хороший. Другой, значит, чтобы переступить, вот так вот переступить, вот держать ножки. Вот так вот, видите, чтобы каждая часть тела была в движении. В основном два человека работают, но где-то на подхвате третий. Теперь я вам дам задание. Вот поговорите с собой. Он на своем языке, на кошачьем, нос к носику. Начали. Котя, ты где был? Ты, я тебя давно не видела. Да. Ты проголодалась? Ну, пойдем туда покушаем. Я тебе приготовила котлеты. Вот, молодец, молодец. Добрый вечер. Я тебя поймаю, бабочка. Я точно поймаю эту бабочку. А может быть, корова? А может быть, ворона? Ничего себе. Планирую пойти в театр кукол. Мне нравится эта профессия. А я вот ежик. Я еще обезьянкой хочу стать. В театре не работают, в театре служат. И эта история не про деньги и даже не про успех. Труд актера – смесь чистых эмоций и знаний психологии, литературы, музыки, хореографии. Платят в государственных театрах за количество сыгранных ролей. И зарплата зависит от занятости актера в течение месяца и его послужного списка. Средняя заработная плата по Краснодарскому краю – 17 тысяч рублей. Вакансий на момент выхода программы найдено 4. Привет! Привет! Я не детская игрушка, и зовут меня Петрушка. С виду я приличный, даже очень симпатичный. Браво!